непогоде готовы. В Серпухове по поручению вице-губернатора Московской области Евгения Храмушина состоялся общеобластной смотр готовности коммунальной техники к зимнему периоду. Тракторы, погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины, грейдеры – вся коммунальная техника округа, а это порядка 80 единиц, как на параде выстроились на площади Владимира Храброго напротив администрации округа. Дворники в ярких жилетах демонстрируют готовность к работе в самый сложный зимний период. В смотре техники участвуют глава городского округа Сергей Никитенко и представители Министерства энергетики, инспекторы Главного управления содержания территорий и Государственной жилищной инспекции. Эта коммунальная техника позволит нам достойно, а что главное, своевременно содержать и приводить улицы нашего городского округа, наших населенных пунктов зимой после снегопадов. Попутно мы провели, посмотрели готовность управляющих компаний, обслуживающих наши придомовые территории. В 2023 году парк комбината благоустройства пополнился 30 единицами новой техники. В ходе смотра проверили готовность управляющих компаний, укомплектованность кадрами, аварийными бригадами. Представители правительства Московской области дали положительную оценку увиденному в Серпухове. Очень радостно видеть на территории Серпухова такое большое количество техники. Вот, оценено состояние очень высоко. То есть бригады и ресурсоснабжающих и управляющих компаний готовы к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2023-2024 годов. Вот, поэтому надеемся, что этот период пройдет безаварийно и без жалоб жителей. Все спецмашины готовы к работе, и они ежедневно отправляются в разные точки округа, чтобы наводить порядок. И самое главное, готовы встретить снегопады во всеоружии.